В августе 2008 года состоялся российско-грузинский конфликт в Южной Осетии, по итогам которого Грузия не смогла вернуть контроль над регионом. 2008 год. Как вы считаете, можно ли было избежать этой войны? Нет, потому что Путин готовился к ней очень основательно. Сейчас это карикатурная картина, что сумасшедший Саакашвили напал на спящий город Цхинвали, обстрелял их в Россию, нужно было ответить, потому что там кого-то убили, но это полная чушь. Во-первых, они готовились это благовременно. Они готовились, а он мне сказал еще за два года до этого, что я тебе устрою Северный Кипр. До этого еще Андрей Ларионов нас предупредил, когда он ушел с должности, что одни из основных причин, почему он ушел, что он был в курсе планов военного нападения на Грузию. А сама война разворачивалась так, что несколько месяцев они там железную дорогу построили для перевозки танков в Абхазии. Потом за несколько дней до активной фазы вторжения в Черноморский флот стал выходить из Севастополя в нашем направлении. Танки начали выходить из Сочинского. Там они стояли там на какой-то там плаце, на каком-то резервном пути в Абхазию зашли. Значит, потом они мобилизовали армию 100 с чем-то тысяч людей, которые типа проводили учения, но потом после учения почему-то забыли оттуда уйти и еще несколько недель там сидели. Они раздали им брошюру за две недели до активной фазы боевых действий, зная своего врага, описанием грузинской армии тогда каждому солдату. Они эвакуировали все население, то, что оставалось в Южной Осетии с российскими паспортами, это было 90%. Не потому, что их было жалко, а потому, что там узкое горное ущелье, чтобы они не попались по дороге танкам. То есть все методы, все подготовка была на пути. За несколько дней до активной фазы вторжения они включили военную пропаганду. Цхинвали вдруг открыли грузиноязычный канал, который просто вещал военную пропаганду. Такие вещи не делаются просто так, с потолка. Когда мы вначале, у нас был как бы медовый месяц с Путиным, я ему говорил: слушайте, у вас есть проблемы с военными базами, давайте поговорим об их статусе, там, о поэтапном выводе, там, потому что они взяли соглашение, Стамбульское соглашение, вывести их там уже в ближайшие годы. Я сказал: ну, давайте по-человечески решим там вопросы квартир и так далее. Я не хочу, чтобы эти военные остались на улице, чтобы не было горького осадка. Он говорит: да какие военные базы? Военные базы, даже наши генералы говорят, что они там просто это металлолом старый, нам их трудосодержать, нафиг они нам нужны. И тогда я ему задал вопрос: а вы не хотите, чтобы мы дружили с Западом? Я говорю: нет, Джордж Буш мой друг, наоборот, дружите с ним, ради бога. То есть даже вот, меня часто, вот когда я это рассказываю, сейчас некоторые люди говорят: вот он был там потенциальным изменником. Нет, я маневрировал, я пытался как-то вот, я понимал, что есть угроза, я же не сумасшедший, зачем нам не было иметь в Россию врагом. Ну, это где Россия, по-разному, там, где маленькая Грузия. Но я думаю, что это было на самом деле свелось к тому, что Путин в самом конце нам сказал. Это его отношение с Западом. Мы маленькая пешка в этом геополитическом раскладе, а он император. Правда, в России завязку войны оценивают совсем иначе. Я свое решение принял спустя 2.5 часа после того, как грузинская армия начала активные действия. Не раньше, потому что это было бы неправильно, так как это было решение о применении вооруженных сил Российской Федерации на иностранной территории. Подчеркиваю, на иностранной территории. Ну, вы знаете, несмотря на мое очень критическое отношение к Саакашвили, безусловно, я, в отличие от него, который как бы меня одаривал комплиментами, там, предатель Родины, там, фаворит Кремля и так далее, я никогда не говорила, хотя обвиняла его в том, что нужно по-другому было себя вести, я никогда не говорила, что он был предателем и он хотел, допустим, того, что произошло. Безусловно, он хотел вернуть, скажем так, контроль над Осетией, так называемой Южной Осетией.
В центре горя находится памятник воинам, погибшим за свою родину. Такие гигантские фигуры, и у каждой из них не хватает какой-то части тела. Они сидят так вот в кругу, и памятник действительно такой вот очень сильный. В 2008 году горе являлся основным опорным пунктом грузинской армии. Цхинвал находился здесь буквально в 30 километрах, и горе обстреливался российскими самолетами, его бомбили. И в какой-то момент российская армия даже в горе вошла и несколько дней контролировала город. Побывав возле Южной Осетии, я решил посмотреть и на границу этой непризнанной страны. В советское время эта республика была автономной областью. Выйти из состава Грузии, Алания, как еще называют Осетию, попытался еще до распада СССР. Это привело к гражданской войне в 91 и 92 годах. Боевые действия закончились при участии России, и республика застыла в непонятном статусе. В начале нулевых осетинские власти заявили о желании войти в состав России. Ситуация в республике стала обостряться, когда к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили. Он сразу заявил о желании вернуть контроль над регионом. Несколько лет обстановка накалялась, пока в 2008 году Саакашвили не ввел в Южную Осетию войска. В ходе боевых действий в ночь с 7 на 8 августа погибли 48 российских военных, находившихся в Осетии, из-за чего в регион были введены российские силы. К 11 августа Россия отбросила грузинские войска из Южной Осетии и заняла несколько грузинских городов. 12 августа пятидневная война была закончена. За все время конфликта Россия потеряла 71 человека убитыми. Со стороны Грузии погибли 215 человек. После этого Россия признала независимость Южной Осетии и фактически взяла ее на содержание, регулярно пополняя бюджет непризнанной большей частью мира страны. Если вы поедете в так называемую Южную Осетию, вы увидите, что грузинские и осетинские села, они как шахматная доска. Вы не можете попасть в осетинское село, не пройдя грузинское село, и наоборот. И вы не найдете практически ни одну семью ни в грузинской, ни в осетинском селе, где нет родственника грузина или грузинки, или где нет родственника или родственницы осетина. То есть там намного более перемешано это все и смешано. Семьи. Просто это было большой трагедией, то, что произошло между нашими народами еще в начале 90-х. И, конечно же, это как бы колоссальная трагедия, что мы до сих пор не можем с этими людьми найти общий язык. Но я надеюсь, что все-таки это будет. И, конечно же, давайте скажем прямо, если Россия будет играть не только позитивную, но пусть даже нейтральную роль, примирение пойдет намного быстрее. Сделан такой доброе дело, но заложил вот эту бомбу, что называется Южная Осетия, и взорвалась бомба эта, и в данный момент 22% грузинских земель оккупировано, нас не пускают на исконно грузинской земле. Вот так. Правил государством, он вся вина на него. Сделал и доброе, но сделал вот это кошмарное, вот взорвалась. И в данный момент я не могу понять, как это можно в 21 веке вот такое. Ну, бывает, все бывает в жизни. А здесь же у вас граница с Южной Осетией прямо совсем рядом. Да, так называемая. Не говорите граница. Так называемая, надо сказать. Потому что это не граница. Вы знаете, такого географического названия, как Южная Осетия, не существовало, пока большевики не ворвались в Грузию. Вот открыли им область и живем так весело. Вот так. Обычно поехать не можете. Как это? Они же там всех... Нет, что вы, как это можно туда? Они все арестованы там. Кто вот приблизился даже к границе, сами переходят и забирают людей. А потом деньги надо платить. Зарабатывают. В общем, у них мафия такая. В смысле, они похищают людей? Похищают сейчас людей, и потом деньги берут. Конечно, в данный момент. Ну вот у нас журналистка, и она может сказать это факты. Это я не придумываю ничего. Так или иначе, война с тем режимом, который был установился в России, и с той политикой. После Мюнхенской речи война была неизбежна. Саакашвили не мог избежать этой ситуации? Саакашвили не мог избежать. Мог ли он смягчить что-либо? Мог ли он сделать таким образом, чтобы, скажем так, более эффективно выстроить защиту со стороны тех же Соединенных Штатов и так далее? Мог бы он меньше верить Чене и больше работать с европейскими столицами? Вот в этой плоскости мы можем говорить о том, что последствия войны могли бы быть смягчены, но ведь они могли бы быть и гораздо хуже. Могло не быть военно-гуманитарной операции 12 августа, которая остановила войну. То есть, если бы не военно-гуманитарная операция
12 августа. Я практически уверен, что российские танки были бы в Тбилиси, и Саакашвили бы был заменен, сменен, смещен, свергнут и так далее. То, что произошло в августе 2008 года, я практически уверен, что войны избежать не удалось бы. Но, может быть, возможно, удалось бы сделать таким образом, чтобы потери вот этой войны были не столь тяжелыми. В 2004 году можно было избежать войны. На самом деле у Путина было всего три условия. Первое условие было – это не выводить российские военные базы. Второе условие – это приватизация газопровода «Север-Юг». Третье условие – приватизация железной дороги, российскими компаниями. То есть в этом случае войны бы, скорее всего, не было бы. Конечно же, ни о каких реформах речи быть не может, потому что когда ты в системе, вот в этой, нельзя бежать впереди паровоза, нельзя лезть поперек батьки в пекло, ни в коем случае. То есть выстроиться в ряд, примерно то, что мы видим у ДКБ, Евразес и так далее, тогда я думаю, что вряд ли бы Путин начал войну. А зачем? Стоило на эти условия соглашаться? Очевидный ответ – нет. Потому что на эти условия согласилась Армения, на эти условия согласилась Беларусь. Мы видим, что произошло дальше. За моей спиной Цхинвал – это столица Южной Осетии. Грузия считает, что территория оккупированной России. Южная Осетия считается независимым государством. Независимость Южной Осетии признала всего 5 государств-членов ООН. И первой независимость признала Россия в 2008 году, сразу после военного конфликта. Вслед за Россией последовало Науру – это небольшое государство островное в океане, и Никарагуа. Позже к ним присоединилась Венесуэла и Сирия. Попасть из Грузии в Цхинвал не так просто. Там стоит блокпост, понятно. Там стоит блокпост сначала грузинский, потом российский. В Южной Осетии находится российская военная база. И нормального сообщения между Южной Осетией и Грузией сегодня нету. Что интересно, несмотря на то, что Россия принимала активное участие в этом конфликте, еще раз, грузины считают, что это Россия оккупирует их территории, к русским здесь совершенно нормальное отношение. Я еще не встречал, чтобы кто-то, как-то узнав, что мы из Москвы, узнав, что мы граждане России, что кто-то выразил бы здесь какое-то недовольство. И даже сейчас мы подходили на грузинский блокпост. Он там очень серьезное укрепление, снимать там, понятно, нельзя. И я подошел на грузинский блокпост, побеседовал с грузинскими военными. И даже узнав они, что я гражданин России, они совершенно спокойно к этому отнеслись. Понятно, снимать не разрешили, но никакой там агрессии или какого-то негатива я в свой адрес не увидел.